Вот, в общем, помылся, пока не оделся. Вот. The subject in question. The second one. Вот как выглядит там, где у меня вроде ничего не болит. Выглядит второй. Болит. Я там это ничего там не показываю, все нормально. Так. Вот сбоку. Все, уже в 5 часов. В 17 часов уже поезд. Других поездов не было. То есть мы где-то, я так понимаю, ночью будем тусоваться там. Все, я уже еду. Через 3 часа. Еду на поезд. Я в поезде. Санкт-Петербург-Мурманск. Ой, what the fuck мне осталось. Nice skin. Я, короче, впервые еду вот в этом два этажа поезде. И здесь типа три туалета. И плацкарно вообще нет. Что это? Мне страшно. Фук. То есть literally the last time I ride the train. Там были вот эти советские, вот так открывающиеся штуки страшные. Я пойду в следующий вагон, я смелюсь. А, я пошел обратно. Пошел домой. Сейчас в Европе. Они живут в мире, не связанном с объективной реальностью. И я хотел бы подчеркнуть, это еще без всякого искусственного интеллекта. Потому что вот если туда еще искусственный интеллект подключить, внедрить его в голову среднего европейца, это будет страшная штука. Это будет